Итак, всем добро пожаловать на канал Нуба, на мой канал. Бой против игрока Джеймс Форд, медалист легендарной лиги, золотой и еще какой-то лиги. Вот, игрок 20 ранга, как мы видим. Карта «Стратегическая высота». В принципе, название соответствует карте. Так, ну, развертка. Перемотаю. Сбор ресурсов. Так, сколько мы тут собрали? К центру я чуть-чуть быстрее выбежал. Да, в центре я один вот здесь ящик упустил, но все угловые я собрал. Итак, смотрим. Да, все угловые ящики я собрал. Тут я один ящик пропускаю. Да, я забрал тут, а тут я пропустил. На холме было два ящика. Ну, я увидел, по крайней мере, в этой зоне всего два ящика. Вот, получается, я собрал 1, 2, 3, 4, 5, 6 ящиков, я так думаю, минимум собрал, да. Тут пихи, то, что я успел сразу в кусты, чтобы, ну, а биться против пехов конфедерации смысла нету, поэтому я решил сделать так. Итак, я перемотаю немного, тут мы, я выхожу в третий штаб, экономика выстроена, 5 CS. Третья электростанция, на всякий случай. Раз, два, три, да. Для выхода в четвертый штаб при необходимости. Тут я просто думаю, да, я просто посмотрю, что на холме. Вот реально, вот я просто думал, ну, карта небольшая, думаю, может быть, будет раш зданиями, да, или в принципе будет раш. Я думаю, посажу пеха в кусты, ой, ну и как бы увижу, что там происходит вот на холме. Ну и дальше по бокам пехов. И тут я вижу здание. Я думал, это, наверное, ракетка сразу. Я прям сразу начинаю втыкать. Так. Чуть-чуть перемотаю. Тут пушка. На голод стройки сразу. И это было СД. Я обрадовался, что это именно СД там. Вот. Ну, если бы он построил бы тут ракетку, но она бы сильно далеко бы не достала. Он до казарм, да и все как бы, да. Вот, а сюда бы он уже не смог бы пробиться. А я первый поставил пушку, поставил СД еще, у меня места не хватает. Вот, у меня тут две вышки, пушечки, сейчас вторая пушечка идет, вот. Да, у меня пушка достроилась, сразу голд оборону. И вот, минус 300 ресурсов сразу. Тут бункер строится. Минус еще 170. Так, казармы я тоже построил. Сейчас еще пушку и вынесу. У меня пушка без одного апа на броню 21 ранга. Вот. У меня она сильнее будет, так как на ранг выше. 21 ранг, по-моему, она на 0,5 дальность качается у меня. Плюс там еще какой-то ап. Ну, там, по-моему, на хп, да, на броню открывается. Но у меня чуть посильнее будет. Тут я снес казармы ненужные. Сейчас СД кину вперед, я так думаю. Тут я пушку еще построил. Ну, я много прям построил. Вот, думал, ну, на всякий случай. На всякий случай поставлю. Тут я строю стройдвор. Тут он втыкает. Тут я втыкаю. Я втыкаю, вот. Только сейчас я втыкаю. Это пушку. А так у меня впереди стояла сразу вышка. Вот, ну, вышка для обзора, потому что я холм не видел, в принципе. Вот, ну вот достроилась, сейчас у него достроится ракетка. Казарма фуловая, держит довольно-таки много урона. СД я ему снес, он больше ничего не может построить. Да, казарму он снес, сейчас у него бункер забирается. Забирается весь остальной деф. Все, я кидаю дальше, строю в двор. Антираж, не, раж зданиями, контратака зданиями. Вот, он тут тоже подстроился. Вот, тут благо пехи, как бы я достроил этот снайперскую вышку. Да, бой, конечно, вообще это не закончится рашем зданиями, вот. Тут я чуть-чуть протупил, не знаю, я, вот смотрите, вот. Можно было сюда открыть два здания, да, вот я втыкал до этого два здания.
и можно было достать до его пушки. А я воткнул здание на скоряк посередине, и я не могу второе здание воткнуть, и я ее теряю, и, соответственно, он сносит мне пушку. То есть вот так вот я теряю пушку. Ну, уже смысла нету там что-то строить. Я строю пушку чуть назад. Вот. И дальше строю тут спецмашин, так как понимаю, что тут, ну, зданиями туда залететь, но может каким-то боком получится, но это, я не знаю, где у него СД стоит, а, ну, вот у него тут здания как бы тоже стоят. Вот, ну, это рискованно очень, могу потерять ресурсы. Вижу третий штаб, разведал его. Вижу за шеем третьего уровня, а вот этой области я не разведал. То есть я вижу, что он выходит на земку еще, и я сразу улучшаю свой завод и делаю сразу мамонтов. Так, сейчас будет осада. Так, я тут снес вышку или пушку. Да, пушку снес. У меня тут пушки еще стоят эти ненужные, я их посношу. Тут я, ну вот, на принудительном бью, как бы, да, любой скилл понимаю, что нужно бить с холма на принудительном. Вот. И в этот момент я просто вспомнил, возможно, у него сейчас будет авиация, мало ли, да, я разведал, там не было, но сейчас появится авиация, как бы, если появится один вертекс, он как бы тут мне почти все снесет, все, я поставил сразу одну ПВОшку на всякий случай, вот, ну, чтобы было, вот, также продолжаю осаду, минус 600 ресурсов ему. Да, мощные, мощные залпы. Тут я иду на очередную разведку, голд разведку включаю, иду. А у него они стоят тут. А, нет, не наблюдаю. И вижу как раз верт. Я был прав, я достраиваю сразу еще ПВОшки. Блин, тупые грены, они куда-то прутся, я их на глаз поставил, а они идут туда, в лес. Да, забираю экономические здания. Тут для дальности атаки включаю буст голд атаки. Да, мощно. 4 штуки. Электростанция минус. Центр снабжения минус. Пытаюсь достать до очередного. Да, тут у него вертексы вылетают. А как? Как они при первом ударе увидели, если я бил на... Я бил на принудительном. Или какой-то из них убрался с принудительного случайно. А я бился на принудительном, и он увидел. Странно, блядь. Я на холме стоял. Или вот этот один спустился с холма, видно, я не знаю. Какой-то хрень какая-то, короче. Я думаю, мой косяк. Я чуть-чуть отвел. Вот. Ну, я его как бы зажал тут немного, небольшая территория. У меня две базы. Одна база, вторая. Тут ПВОшку поставил. Да, за шеем я поставил. Не думал, что я его буду апать сразу так. Вот, поэтому его откинул в сторону и зря. Это вы потом увидите. Вот, ну, продолжаю. Как? А, я понял, я понял. Он делает облет на своей базе. А потом, вот, да, облет делает тут за туманом, а потом уже бьет. Все правильно, скилл, скилл. Да, он делает просто там облет, а потом стреляет. Хорошо, мамонтами я вижу тут не айс, да, мамонты у меня как бы без одного апа на хп, да, по-моему, на хп одного апа не хватает, ну, как бы там все остальное, фу, вот. Но все равно не умирает быстро от вертекса. Но вертексы контрят их хорошо. Как бы. Тут, не знаю, ПВОшек 4 надо, чтобы прям он уходил в убытки. Ну, как бы и так вертексы теряет. Да, бусты мы тут не жалеем. А этот пошел вообще в обход, я не понял. Я его увидел и сразу сюда возвращаю. Думаю, вот и негодяй. Вот тут вот стоит, вот его видно, что ли? Так, тут я пытаюсь выбить ему что-нибудь еще. Ему спокойно не жилось. Раз, два, три, четыре, пять. Пять центров снабжения у него, да, сейчас 4 будет. Зачем ему много центров снабжения, да, если они у меня есть. Все, тут казарму, все, что так плохо лежит, надо забирать. Опа, вот он, вот он. Он пришел, мне забрал ПВОшку сразу. Да, 4 вертекса, один потерял он. Забрал мне ПВО. Дикий урон, фуловый, вот ЗШМ,
12 тапов брони, 12 тапов я отменяю. 12 фуловый просто по броне и хп, реально, он просто фул, не под ранг, а фуловый. На голд в воздухе. И получает такой дэмэдж, такой дэмэдж. От трех вертексов умирает завод за три захода. Охереть, я не знаю, у него вертексы на ранг, урон 20 ранга, на 21 не знаю, качается или нет. Там, по-моему, 9-я палка урона открывается на 20 ранге у вертекса. Ну просто дикий урон. Я думал, блять, фуловый за ШМ нахуй. Хер сломаешь. А оказалось, не тут-то было. Ну вот у меня есть уже завод хамелеона, да. Я делаю параллельно Грена. Я вижу, что он спокойно сидит там, курит. Сделал вертексы и все. Также я видел завод, да, у него. Я думаю, торов тут нету, потому что он вертексами все время ходит, а места для строительства у него нету попросту. Поэтому я думаю, по-любому тут лесок, если не ошибаюсь. У него нету места для строительства. Значит, у него один аэродром пока что. И торов у него нету. И все равно я уже перехожу в атаку. Есть хамелеон, что сидеть на базе. Грены я воткнул в кусты, чтобы... Если на холм решит подняться, то я засеку. Про мамонта я забыл. Ну, на 22-м ранге у мамонта качается еще 0.5 к дальности. Вот, я увидел Зевса. Все, я тут уже что-то понял. Я думал, он на холм пойдет или в обход. Он пошел в обход. Он идет в обход. Я увидел тут всего лишь 2 Зевса, а тут я уже увидел кучу Зевсов. Он потом сказал мне, что тут фул КО Зевсов. Зевс, щиты, понятно, он вообще идет в обход. Я пачку гренов снимаю, иду, несу сюда, плюс хамелеон. Хамелеон однозначно. Тут реально армада зевсов. Тут 2 щита минимум, может и 3. Остальные все зевсы и 4 вертекса. Он говорит, фул кого у него было. А я в этот момент прессую его базу. Да, тут уже идет как? Контроль на две стороны. Тут хам, что-то он тупит. Все, он на моей базе. Но у него армия огромная, Зевса щит. Тут я пододвигаю свою армию. Вертексы летят, но вертексы пиздов получат. Зевса щит. Все, он включил 2 щита. Раз Зевс, 2 Зевс, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 Зевсов я вижу. Ну, может, если один умер, я не знаю. Но тут 13 Зевсов. Тут хам кончился. Вот. Но я как бы добираю его здание. Да, я добираю его базу. А он идет на мою. У меня тут просто грена реально. Все. И хамелеон. Сейчас за заказ идет. Я строю пушку. Электро нету. Он вынес электро. Но мне нужно атаку. Я думаю, блин, когда... Я вижу, что тут вообще под туманом почти пусто. А у него такая пачка еще. Вот. Подошел один ягуар. Тут что, я ему забираю. Да, я ему аэродром заберу. Ну, у него до заказа работает, вот. Ну, у него кого освободилось, он до заказа делает. У меня второй хамелеон. У меня ягуары далеко. Я очень плохо разложил ягуары. А он-то не видит, сколько, какая армия у меня под туманом. Там, в принципе, это пару раз попасть хорошенько и все. Кирдык. Тут еще и Зевса заберем. Да, заберем. Yes. Минус еще один Зевс. У него 2 за ШМ, а у меня один был. Он мне атакует штаб 4 уровня. Да, я голд оборона включаю. Но все-таки 4 Зевса было, да? Да, наверное, может даже 5, они вон уже тают. Да, тут я уже понимаю, что штаб я потеряю. Под щитами они жирные, но я потеряю, я потом атаку включаю. Чтобы Яг. Я если бы Ягов разложил бы здесь где-нибудь. Тогда бы я штаб не потерял. Ну вот, я пока что не делаю ни реконструкции, уничтожаю все ему. Хотя можно было, я в этот момент затупил и думал, что у него вертексы придут, добьют. У меня ПВОшки их нету. Вот, я судорожно передвигаю 2 дикобраза, а я же снес ему аэродром. Я вообще не видел, тут что творилось. Вот. Итак, и вот тот момент, я ему до этого сносил там 2 ЦС-ки, наверное, 2 электростанции, но я ему тут посносил экономически, и возможно их за реконструкцию сделал, да, вот,
Я так думаю, по-любому за реконструкцию. А у него реконструкции больше нету. А у меня есть реконструкция. И я восстанавливаю все свои здания. Ну, реально, раз, два, три, четыре, пять. Пять ЦС, как и было. Три электростанции, четыре, да, как и было. Тут еще две электростанции. Да, все как было, я восстановил. Все, я тут клепаю армию до заказ. Все, тут уже смешанная армия. И направляюсь в атаку. Что ждать, думаю? У него-то там по-любому, ну, максимум 4-5 зевсов. Вот. Ну вот, у него уже грады. Да, он еще ракетку строит. Да, у него тут 4 зевса. Да, как я говорил, град, аэродром. Блин, вот он куда откидывает аэродром. У него места нету, я его прижал. Все, у него град. Сейчас умрут зевсы, без щита умрут. Тут грены, у меня ягуары. Блин, что, хам сел, что ли? Да не может он сесть. Во, он не сел, он просто забыл ее включить. Все. Сейчас пойдет ракетка, да. Циклон, все. У меня есть дикобразы. Все, тут уже идет добитие базы. А он тут мне после боя пишет, типа, сори за хуй. А я не видел. Я реально, у меня бывает в бою такое, то, что я не вижу там какие-то вот эти вот знаки и тому подобное. Я прям весь в игре и прям рублюсь. Вот. Да, ракетки бесполезны против Вегахама. Я не собираюсь ему в тыл залазить. Я этот хуй реально не видел. Я просто вот это сделал. Я управлял тут заказ принести, то все тут посмотреть. Второй за ШМ строю. Я его уже до атаки начал строить. Все, тут красные бусты. Ну, смысл уже тратить голду, да? Как бы ее и так много, но смысл. Вот у него тут здания всякие, вот. Все, добитие базы. Потеряно, он сдался. Такой вот бой у нас получился против Джеймса Форда, да. Рубимся мы с ним частенько, кстати, мне именно его дают. Ну, потому что у нас текущие за 90 у обоих. И нам, мы вчера два раза бились, 1-1 было. Сегодня мы бились два раза, и два раза я его выиграл, вот. Ну, как бы так, рубимся, и интересно довольно-таки с ним рубиться, вот. Так, у нас, где, вот он, его аккаунт, получается, Джеймс Форд. Вот, три медали у него, да, медалист. А на мои эти медали, они, ну, не мои. Вот эти медали все брал не я. Поэтому я не медалист. Да, текущий у меня высокий довольно, да, на 21 ранге. Вот он даже чуть упал, мы там... Вот, кое с кем игрались и один бой слили. Бывает такое, когда играешься, вот. На 12 минуте выходишь в ядерку там. Вот, ну, короче, не суть, вот. Медали не мои. Ладно, всем спасибо за просмотр. Такой вот бой у нас получился. Ставим лайки, подписываемся.